Intel переманила к себе очередного специалиста AMD. Компания Intel, похоже, решила переманить к себе как можно больше специалистов AMD. Хезер Леннон, уже бывшая глава отдела маркетинга Radeon Technologies Group компании AMD, теперь работает в Intel. У конкурента она занимает должность менеджера по цифровому маркетингу. Учитывая упоминание Intel Graphics в ее записи в Twitter, вероятнее всего, она будет заниматься маркетингом, связанным с графическими решениями Intel. В Intel Лена начала работать со вчерашнего дня, а в AMD до этого проработала более 10 лет. В частности, она руководила Team Red и принесла AMD 40 наград, связанных с маркетингом. Остается надеяться, что такой серьезный кадровый переполох, который Intel устроила в отрасли, действительно поспособствует появлению достойных продуктов.